Блин. Артём. Вот о, военные! Нет, рыбаки. Рыбаки, рыбаки. Ягермастер, блядь, великолепный напиток. Ну, я... такое на самом деле. Нет. У меня батя просто ценитель этого напитка. Я ему как подарил один раз, он мне каждый день, ну, не каждый день, всегда теперь такой, блядь, купи зеленую бутылку, пожалуйста. Окей, но понял. Сам... Что? Понял, да. Я сам не очень по ликерам, не моя чашка чая. Нет, я единственное, что пил великолепное, самое лучшее для меня, мне очень понравился белый русский. Да, это коктейль. Да, но я его готов пить, блядь, просто сутками. Понятно. А как бы, о чем обычно в чат-рулетке разговариваешь? Я вот про все подряд. Не знаю, последнее время там про войну что-то многие это бубанят, потом... Вторая тема. Вот алкоголь — это вообще моя любимая тема, особенно пиво. Пиво я люблю. Можем про войну, в принципе. То есть это тоже интересно. Ты из России? Я из Владивостока. Ну, Россия. Ну да. Ну я как бы конкретно назвал. Ну, про тачки можем побеседовать. Я по тачкам не очень. И люди почему-то сразу начинают. Владивосток, ну, значит, правый как руль, будто... Япония, ну, я понимаю про правый руль, но это не значит, что все люди из Владивостока как бы охотно обсуждают тачки. Это стереотип. Ну, о войне. А что о войне-то обсуждать? Ну, идет война, идет. Я живу, в принципе-то, в 40, там, примерно в 40 плюс минус 10 километров. Ну, около от 40 до 50 километров у меня граница вот Украины, Луганск. Вот. Белгородская, Ростовская область, там что-то в этом... Воронежская. А, Воронежская, понятно. Вот, у меня Чертково тут, по-моему, граница, это Чертково, если не ошибаюсь, идет населенный пункт. Вот, самолеты летают просто ежедневно над рекой Дон, они просто низко проходят, самолеты, вертушки... Раков ловил, вот я когда позавчера ездил, прям я тебе говорю, позавчера метров 10 над водой вертушка пролетала. Кстати, без З, без О, без В, хуй поймешь, какая вертушка, хуй поймешь, что, ну, пролетала. А потом на следующий день я туда поехал, раков ловили с другом тоже, пролетали два истребителя, тоже на предельно малой высоте. Понятно. Ну, и... Также тут над домом. Даже ракеты иногда видно, если сзади там откуда-то запускают, то их отсюда видно. А как относишься в целом? Правильно войска ввели или нет? Ну, блядь, чтобы так. В общем, война — это в любом случае говно. Нет, нет вообще здравого оправдания войне, потому что на войне умирают люди. А жизнь человека — это вообще самое ценное, что, блядь, может быть. В данной ситуации, если все украинцы винят Путина, то украинцев стоит немножко разочаровать. Это не Путина решение. 100%. Один человек не решает. Значит, было что-то типа собрание, не знаю, там множество людей, да. Я не либерал, я не буду кричать «нет войне», потому что это ничего не решит. Если будет мобилизация, я пойду в одних из первых рядов туда. Но я не понимаю, вот, типа, смысл, да, мне непонятен. Нахуй оно надо, мне тоже непонятно. Крым нахуй наш, тоже не знаю. Какое отношение? Сейчас вот просто там воюют, скорее всего, потому что... Очень много друзей погибло у наших контрактников. И они воюют за... Ну, мстят, грубо говоря. Все передвижения... Ну, вот не все передвижения, а передвижения войск я видел лично. Я даже солдат кормил, у которых БМП ломались. Только я срочников кормил, я не контрактников не было. Я не знаю, как к этому относиться. Война есть война.